Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Need for Speed Heat. И сегодня на нашем спид-тесте окажется LaFerrari. Одну из гибридных машин линейки LaFerrari мы уже тестировали, это была Ferrari FXXK. И теперь уже дошла очередь до самой прародительницы, так сказать. А вообще у машины какое-то странное название, я не понимаю, почему они так назвали. Никакого объяснения названия этой машины я так найти не смог. Единственное, что я решил предположить, что артикль «la» в итальянском ставится перед существительными женского рода. То бишь, это Феррари не для мужиков. Если вы вдруг захотите ездить на ней, будьте добры, положите свои яйца на полочку. Да и вообще, странное какое-то название. Такое ощущение, что делал какой-то ленивый. Ему впадло было придумывать какое-то нормальное название для машины. Он просто взял название бренда, добавил «la» и получил название марки. Надо другим автопроизводителям взять на вооружение. Бугатти ла Бугатти, Пежо ла Пежо, Лада ла Лада. Ну ладно, давайте не будем лаладать, а перейдем уже к самой LaFerrari. И я, наверное, не буду показывать кучу неудавшихся попыток, потому что они очень сильно удлиняют видео и делают его на самом деле очень скучным. Лучше посмотреть один раз нормальный заезд и потом уже, скажем так, все это обсудить. Все-таки буду экономить немного ваше время. Ну а пока начнется заезд, хочется отметить все-таки одну необычную особенность. У LaFerrari есть такая одна небольшая проблемка, да и в принципе у FXXK тоже есть такая же проблема. Единственное, почему-то я там ее не сказал, потому что на самом деле там не заметил, просто не получилось попасть на такую ситуацию. Но все-таки, что LaFerrari, что FXXK, у них проблема с клирансом. А точнее с тем, что на трассах вы можете врезаться не пойми в что. То ли в бордюры, то ли в кошек, то ли в воздух. Не знаю, что она там цепляет. Но иногда случаются вот такие вот ситуации, как вот это. What the fuck is this? Что там оказалось под машиной, хрен его знает, но однако вела она себя совершенно неадекватно, и это один из таких уже негативных минусов, который, скажем так, не создает ей хорошего впечатления. Ну а пока что давайте проедем и посмотрим, сколько же времени она может выдать. Ну и тут все-таки, ребят, не все так просто. LaFerrari едет, ну, очень не ахти. Все-таки она приблизительно на том же уровне, что и FXXK. Все-таки база одна и та же. И поэтому едет она, ой, как не ахти. По сравнению даже с Wire, которая едет просто вот на ура.
А с Porsche вообще сравнивать даже не стоит. Да и время вы видите в 3 минуты 23 секунды и 83 миллисекунды. Это, ну, конечно, можно там поставить чуть получше время, там попробовать там поездить, тут подъездить, срезать. Но все равно управляется она очень хреново. Да и, скажем так, отдадим немного должное тому, что эта машина более старшая, чем FXXK. И как-то было бы глупо, что она будет стоять выше FXXK. Хотя это игра, кому какая разница, но все-таки проехалась, вот получается вот так вот. Я на самом деле не подстраивал это ничего. Едет она действительно отвратительно, управляется она хреново. Ее так же самое, как и FXXK, невозможно практически пустить в занос. При этом она очень стабильная, и это не такая стабильность, как у Carrera RSR. Потому что там Carrera просто, так сказать, со своей стабильностью имеет хорошую управляемость. А что LaFerrari, что FXXK едут, ну, очень нехотя разгоняются, сразу видно медленно после поворотов, да и на поворотах они сбрасывают очень много скорости. Так что LaFerrari пока что у нас становится аутсайдером со временем 3 минуты 23 секунды и 83 миллисекунды. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!